Петра, Самси, Василий, Чедерунга, Гуранин Александр, Спиранцев, Кишинев. Готовится брату Петру Марару Валентин. Судья Кожухай вторично приглашается на рабочему месту. Салтьяво А. Шабдышабди килограмме. Кучеряну Артур. Тираспол, Царуш Василий, Ключеву, Мунчпа Спортив. Брекер Семен Тираспол. Кожухай, боковым, пожалуйста. Обдаждовы. Счастливый опряд. Новодышабки. Балтийский Цуркан. Только нам нужен мальчик, который будет здесь нас обслуживать. Лупу. Мороз. Лупу. На ковер вторично вызывается. Самёль Василий, Куралей Александр. Шабды-шабды килограмме. Кучеряну Артур, Тираспол, Царуш Василий, Личумыч, Паспортив. Алупта, Петрулоку 3. Салтьяво А. Куралей Александр. Секундант, где вашего мальчика? Танасевич, а шазы пшили вам панталонику. Техническую победу одержал Куралей Александр и занял третье место в первенстве Республики Молдова по молодежи. Брату Петру Марару Валентин приглашается на ковер. Готовится весовая категория 67 килограмм. Чепану Василий, Крецу Станислав. А Виктория Латушева Псинута Кучеряну Артур Тираспол. Шокопад Локо 3, категория Дипана Шапка Шапка и килограмме. Брекер Семен Тираспол, Локо Виктория Флореш. Счастливый Никита Тираспол, опра Сергей Каку. Обдаждовый килограмм. Отсюда!
Кукапу. Форти переколоти крест. Кукапу. Thank you.
Вікторія Латуша обцінуто Опря Сергій Ораш Кабул. Ой, Кахул. Шадівініт, прем'янти категорія Павел Дождовні кілограмів. По баллам встречу выиграл Браду Петро. Занял третье место в весовой категории до 60 килограмм. На ковре А 97 килограммов. Балтийский Роман Тирасполь, Туркан Ярослав Тирасполь. Борьба за третье место. Чебану Василий, Крецу Станислав. Весовая категория 67 килограмм. Победу с явным техническим преимуществом одержал балтийский Роман Тирасполь. Занял третье место в категории до 97 килограмм. Атенции. Мечерли Петру Примулок. В финале Петру Примулок. Сегодня диспута Писалтява Б. Инчентру. Дождовые килограммы. Ефимов Данил Бендер, Тукан Денис Камурат. С приготовки Лечевыч Пал против спортив. Ченуши Дану Гирля Раду. Yes, sir.
третью победу одержал Крецо и стал третьим призером весовой категории до 67 килограмм. Thank you.
Виктория. Обținut-o Ефимов Даниил Бендер, și-a ocupat locul 3 categoriile până la 72 de kilograme. Se invite Cinoșidanu Liceu Municipal, profil sportiv. Gülle Radu, Liceu Municipal, profil sportiv. Victoria obținut-o Gârle Radu, Liceu Municipal, profil sportiv, și-o ocupat locul 3, categorie de până la 72 de kilograme. Lupta pentru locul 1, finale se vor petrece prin Salteaua din centru. Готовится в свою категорию 60 килограмм. Финальные поединки. Прикоцел. Прикоцел Георгий, Бакалу его.
Все приготовьте. Стань здесь шапки до килограмма, поставь дагу в порежке. Начал спортив. Танцер Максим. Thank you.
бокалу его. Бастан, да, Канцер Максим. Приготовится 72 килограмма, Марнял и он, Сороки, Петик, Михаил. Yeah.
Победу одержал Канцер Максим, муниципальный спортивный лицей. Мордявый Иван, Петик Михаил. Приготовиться 77 килограмм Гребенник Владислав, Дубасары Танасевич Андрей, муниципальный лицей. Победу одержал Петик Михаил. Гребенник Владислав, Дубасары Танасевич Андрей, муниципальный лицей. Приготовиться 82 килограмма. Попа Тудор, Лупашка Гаврил. Thank you.
Победу одержал Панасевич Андрей. Попад удар, Лупашка дать. Приготовится 97 килограмм. Плугару Семен, Блажан Александр. Thank you.
весовых категориях. Пожалуйста, на награждение приготовьте ксерокопию паспортов для получения премии. Чемпионы своих весовых категорий. Победу одержал Лукашко Габриэль. Лугару Семен, Яловены Блажан Александр Тираспор.
Приготовиться 130 килограмм. Кирьяков Кирилл, Тирасполь, Бежук Владислав. Кирьяков Кирилл, Бежук Владислав. Синий позиция. Победу одержал Бежук Владислав. Вот, твой медаль.
призерами чемпиона приготовиться к построению на парад. Чемпионы по весовым категориям, предоставьте, пожалуйста, ксерокопию паспорта для получения своих премиальных. Кирьяков Кирилл, Бежит Владислав. Остановитесь. Синие позиции. Победу одержал
бежут вот и слава. Зерами чемпионов приготовились к построению на парад. Чемпионы по весовым категориям, предоставьте, пожалуйста, ксерокопию паспорта для получения своих премиальных.